Привет всем, дорогие друзья! С вами Никита Шустов. Уже многие говорили об такой игре, как PUBG. Ну, не знаю, как ее правильно там читать. Но единственное, я знаю, что это довольно популярная игра. Вот, допустим, Play Market, ее мобильная версия занимает, ну, второе место среди экшен-игр. Не знаю, решил попробовать поиграть, посмотреть, что это вообще за игра такая. Вот я сейчас более-менее... Вот только что создал персонажа. Сейчас пробую как-то освоиться, узнать, что тут вообще нужно делать. Ладно, допустим, начать. А если у кого-то из вас есть ПК, я вам предлагаю вот такой конкурс. Значит, я... В описании под этим видео оставлю ссылку. Вы по этой ссылке переходите, делаете репост записи, которая будет по этой ссылке. Также подписывайтесь на группу, которой принадлежит данная запись. Приз будет ключ к Steam, благодаря которому вы сможете получить игру PUBG на свой компьютер с лицензией. Совершенно бесплатно. А, допустим, начать. Так, ну пока идет загрузка. Тем, кто вообще ждет на моем канале нового клипа, я скажу, что уже более-менее начинаю делать новый клип. Скоро он уже будет, так что ждите. Что делать надо? Что делать-то надо? Что, драться? Давайте подеремся. Господи. Подвисает. Что снимаю, наверное. Не знаю, как там без съемки будет. Потом попробуем. Что тут за звуки-то? Господи, меня будоражит, что они голые. Все. Ей-богу, какая-то... Ну, посмотрите вот на это. Ну что, куда-то отправляют? Чё это? Чем мы идём в самолете? Куда нас отправляют? Эй! Что дальше? Ребята, вот кто знает, что тут нужно делать? Я лично не знаю, что тут нужно делать в этой игре. О, прыжок. Чё прыжок? Вот туда хочу, там какие-то есть поселения. Давайте туда. Давайте раскроем парашют наш. Давайте потихоньку приземляться. Я скоро куда-нибудь приземлимся с вами. Не знаю, тут будет такой небольшой обзорчик. Боже мой. Текс. Я попытаюсь тут более-менее что-то посмотреть, начать что-то. Понять, что тут надо. Может потом и буду играть. Посмотрим, не зря ли я потратил 648 мегабайт свободного места на телефоне. Что так долго? Зря, наверное, так рано раскрыл парашют. Не, сюда не надо. Куда ты мне... О! Может, это умереть просто? Вот взять, убрать парашют и умереть. Ограничение игровое... Чего?
Не понял. Что мы тут? Что нужно делать? Вот кто мне объяснит? Чё так долго? А? Ну, уже уже минут пять, может, тут летаю. Давай. Тормоз. Лети. Ты что, это целый континент, что ли? Интересно. Тут скоро приземлимся. Я надеюсь очень сильно на это. Мне нужно будет попробовать поиграть без съемки. Потому что тут, судя по чату, кто-то кого-то убивает. Ну, посмотрите там сбоку. Иконка с оружием. Это в основном, допустим, как в КС-ке. Показано, кто кого убивает. Тут то же самое. Кто-то все же кого-то убивает. Как бы меня так не убили. Но ничего, прорвемся. Так, не на забор. О. Мы куда-то свалились. Пошли осматривать окрестности. Внимание, началась красная зона. Что значит красная зона? Так ты меня убивать будешь? Иди к черту. Не трогай меня, не трогай. Не трогай меня. Я тебя натрону. А вот потом с большим количеством оружия вернусь. Я тебе тут надубашу. Ваш товарищ вырубил игрока. Так они мои товарищи, все, с кем я летал. Классно. У меня же есть товарищи. Ну погнали что-нибудь искать. Нужно какое-то оружие, я не знаю. Вот что-то там. Попробуем что-нибудь найти. Если тут что-то можно найти. Текс. Открыть. Угу. Пошли. Ну, GTA-шка, такое ощущение, понимаете? Вот действительно. Давайте, там автомат какой-то лежал. А чё автомат? Если это был автомат. О, автомат. Серьезно, хочу автомат свой. Да я так вот оделся, смотрите, неплохо. Знаете, это хорошо. Ей-богу, а так сдохнуть. Тупо сдох и все. Голый. Текс. И кто тут где есть? Люди. Привет, я готов с вами встретиться. Хоть я не понимаю геймплея по-нормальному. Кто тут где есть? Ау. О, давайте эту дверь откроем. Будет наш новый дом. Все, это мой дом. Я буду здесь жить. Рюкзак. Текс. Здесь кто-то, скорее всего, есть. А вот. Наш новый приятель. Новый. А тут есть автоприцеливание? Я просто больше люблю с автоприцеливанием. На телефоне не очень удобно играть. Стрелялки без прицеливания. Еще чуваки. Я готов? Наверное. Ладно, тут есть какие-то знаки. В смысле, ограничения игровой области. А где тут кто есть, а?
Мне скучно. Мне очень скучно. И зачем карта, если на ней никто не отображается? Мои товарищи тут, судя по меткам, давно сдохли. Хотя не, не сдохли, я просто сам не понимаю. Короче, у меня есть пистолет. У меня есть автомат. Патронов больше в автомате, так что будем автоматом пользоваться. Так, чувак, спасибо. Так, пора убегать. Ты. Товарищи еще живы, есть еще надежда. Ну вот, как понятно. Короче, мне-то что-то очень сильно напоминает КС-ку, ей-богу. Тоже сиди. Смотри, как другие вместо тебя играют. Что это вообще такое, а? Знаете, вот лучший выход, давайте выйдем. Я не понимаю. Я не до конца понял геймплей. Можно будет еще поиграть. Боже, повышение ранга. Во! Я ж ранг повысил, класс. Спасибо. Постер, продолжить. Мы голые. Что Нико Беллик будет делать? А ничего Нико Беллик будет не делать. У него ничего нету толком. Того Нико Беллика. Ну ладно, ребят. Думаю, пока хватит. Потом еще поиграю без записи. Может, зависать так не очень будет. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.